Всем привет, дорогие друзья! С вами сегодня Артур и Джек Шепард, и мы продолжаем проходить DayZ. В прошлой серии нас было трое, но в этой серии нас уже двое. И Артур хочет по этому поводу кое-что сказать. Ну, а что тут говорить? Просто не совпадение сейчас по времени, поэтому будем продолжать вдвоем пока играть, а там посмотрим, может, еще кого найдем. В принципе, было весело, но пора уже возвращаться в стандартный формат. Я настолько привык к Джеку Шепарду, что... так что думаю, вдвоем мы нормально справимся. Короче говоря, ну, неплохо да. До этого справлялись. Вообще мне посоветовал Шустрила с дружественного канала. Ну, знаешь, Шустрил, наверное. Что, да. Короче, рядом с Хельмом находится... Тихо. А что зомби орёт? Не знаю. Ну-ка, зайди-ка пока внутрь. Да, либо он с крыши упал, либо их кто-то снимает с бесшумки. Короче, рядом с Хельмом на горе там есть косогор, там находятся два квадроцикла. Но они очень редко там появляются, во-первых, во-вторых, их, возможно, уже забрали. Но, тем не менее, мы сейчас двинемся туда, потому что даже один квадроцикл, это было, по-моему, шикарно. Да, это было просто круто. Так, ну мы пока не палились, так что, судя по всему, это просто либо зомби шлепнулся, либо что. Да, скорее всего, он шлепнулся. Так, мы сейчас находимся на заводе между поляной и... Орловец какой-то здесь поселочек. Тихо, опять зомби что-то сорвались резко сквозь забор. Объяснуются демоны. Ой, короче говоря, давай. Вот тут слева, наверное, тоже выход есть. Потому что что-то там вот около озера, за этим забором, какая-то движуха идет непонятная. То ли они на человека агрятся, то ли просто их залагивает, отлагивает. Хотя с лагами сегодня вроде нормально более-менее. Да, давай потихоньку выходить. Так, здесь у нас стекло для машины лежит внутри. Да, сейчас нам пока явно не до машины. Я вообще не знаю, получится ли у нас когда-нибудь машина. Ой, стреляй. Кто? Забегай внутрь, быстро внутрь. Кто откуда стрелял? Хрен знает. Но стреляли, очевидно, не по нам. Ты сможешь на стройку забраться к лестницам? Хотя... Я сижу вот в домике, как мы вышли. Я понял, да. Я видел где-то. Блин, супер. Это супер. Хорошее начало серии. Я тоже так думаю. Я же говорил, что движуха какая-то непонятная. Стреляли, по-моему, из эмки. Нет. Слышал? Справа, да? За стеной от меня выстрелы. Я не буду высовываться, потому что, у меня костюма-то маскировочного нет. Так, я не знаю, я в таком положении, что мне, с одной стороны, я в безопасности, но с другой так сидеть долго не получится. Так, ты там где сидишь-то? Я на лестнице между первым и вторым этажом сижу. Прямо напротив того домика, где ты сидел. Это ты бежишь? Бегу, да. Так, вот я сюда иду. Так, опять зомби орал где-то спереди метр. Да, вот, куда я сейчас смотрю, там за стеной кто-то был и кто-то стрелял. Так, у него глушак, слышишь? Да. Приготовься. Давай сидим, ждем. Я пасу правый вход, ты паси левый вход. Ребята, извините, но мы сейчас будем валить людей. Да, потому что нам такого не надо. Как думаешь, сверху могут зайти, нет? Могут, тут еще одна лестница есть. И не одна даже, по-моему. Но самое главное, что вроде бы нас здесь не заметили пока что. Мы сейчас начнем двигать, и вполне можешь заметить. Да, вот нам все говорят, что вы там, боитесь одного какого-нибудь человека, который стреляет. Хотим, боимся. Да, мало ли что говорят. Так, я бы сейчас написал, что кто на этом заводе, но, это опасно, да. Пока я буду писать, он может уже зайти. Не шевелись, не ходи. Все, сижу. Это с расстояния 10 метров слышно. Я еще наверх иногда поглядываю. Ну, понятное дело. Слева, по-моему. Если будем стрелять, то если ты со своей, допустим, стрельнешь, сразу зомби сбегутся. Просто наверх поднимемся и будем крыть. Ну, конечно. Зомби-то они. Окей. Вот это экшен. Зомби пробежал мимо нас, налево, туда, к забору. Слышал, он очень быстро пробежал. Да. Вон, его сняли, приготовься. Слева выстрел.
Блин, мне бы сейчас на крышу, чуть повыше бы подняться, сверху его снять. Ты приготовься стрелять. Я готов. В последнюю очередь стрелять, потому что шуметь буду. Я выцелю проход. Он идет. Ух, блин, адреналин. Фигли. Ну давай. Ой, наверняка не один. Я думаю, он один, в принципе. Чё ж ты, собака, мимо-то не пройдешь, а? Да. И ведь именно только вот мы зашли. Хорошо, что мы только зашли. Да, тут, в принципе, всего, блин, 9 или 10 человек было на сервере. Когда мы заходили. Блин, я боюсь. Знаешь, что мне кажется, нам надо с тобой местами поменяться. Ты будешь верхний проход крыть, а я буду вот этот вот нижний. Он услышит, как мы сейчас двигаться будем. Уже поздно. Ладно. Шаги очень хорошо слышно. У меня shift сейчас зажат, но все равно, думаю, будет слышно нас. Блин, где он там ходит-то? Самое главное, не ночь, камуфляж-то мне мой вообще никак не помогает. Я сижу тут, как зеленая елка, блин, в центре города. Нормальный, нормальный камуфляж, как раз. Тихо. Слышь? Это был Blow Light. Твою мать. Твою мать. Черт. А че он меня стрелял-то? Я не знаю. Че, возьми у него этот, блин, капец. Возьми у него М9 ПБС. Зомби бежит. Вот логично. Я не понял, что это было. Как он тут оказался-то вообще? Капец. Так, тихо. Я принимаю кровь, пожалуй. Возьми с него пистолет, пока он не исчез. Я сейчас в обморок упаду. А, подожди, я же могу тебе переливание крови сделать. Сколько у тебя? Не надо, не делай. Стоп, я уже нажал. Ну, ладно. Давай, пушку у него возьми, там, что еще надо нам. Блоуватель, что с тобой стало? Ах, капец. Так, я упал. Супер. Сколько у тебя здоровья? 2000. Сейчас я пакет крови еще приму, все нормально будет. Сейчас ты не главное. Сможешь его принять, я же только могу тебе дать его. Ну, понятно. Так, стреляй главное. Бля. Так, я тебе сделаю переливание, мне пофигу. Так, ну, как говорится, видите, что происходит, ребятки. Еще зомби бежит. Я знаю. Все? Блин, теперь у меня перевязка, крой. Готов? Так, еще один идет. Блин, ну почему он не... Ах, перевязывайся, перевязывайся, ну. Не подойду. Все нормально. Blow Lighting, похоже, что-то берега потерял. Я не знаю, что это было, но, короче говоря, после такого я с ним точно играть не буду. Блин, это капец был. Ну ладно, чего уж поделаешь. Говорили же в комментариях, что когда-нибудь либо он меня пристрелит, либо я его. Либо ты его. Ну, вроде я его. Совет, топорик, часы. Я подобрал все, что было. У тебя элиспак. Положь свой элиспак, возьми его, бэкпак, он лучше. Капец. Это капец, серьезно, да. Так. Магазин для ПМ, не знаю, зачем они меня, но возьму, мало ли, пистолет придется менять. Бинт. Я опять, по-моему, неправильно сделал. Я сначала снял бэкпэк. Ты должен а был нет, просто... нет, все нормально, нормально все. Фу, так, блин, у меня руки подрагивают. Это был капец экшен. Ну блин, вот мы не знали просто, кто это был. Да блин, слушай, у нас целенаправленно шел убивать же. Он как меня увидел, сразу начал стрелять. Так что что-то похоже было, Блоулатик с нами поссорился. Не знаю.
Короче говоря, Ярослав, что-то, блин, ты меня сегодня разочаровываешь. Ну ладно. Как удивительно, по-моему, офигеть. Драматизм. Так, давайте валить отсюда, на самом деле. Пока что чего-нибудь еще плохого не произошло. Давай, откуда же пришли, выйдем. Да, через это выходим. Я думаю, сейчас зомби не так много будет. Блин, мы рядом с поляной. Тут, по идее, могло много всякого нехорошего услышать наши перестрелки. Так, где тут проход? Чуть правее. Так, здесь еще он куча всего лежит, может, я на как-то я посмотрю. Все, отсюда уходим сначала, давай, блин, потому что елки-палки. Магазин для АКМ, для G17, у тебя пистолет G17? Нет, у меня уже давно нет. А, точно, осколочная граната есть. А все, ладно, уходим. Фу, блин, вот я адреналину-то хапнул. Снизу проход, через него же выходим. Ну, давай. Ты помнишь его. Я прям за тобой. Ух, твою дивизию. Ой, зомби. Да, зомби рядом. Блин, она шумная, что ли? Офигеть. Она же бесшумная была. С глушаком без. Без? Ну так вот, поэтому и шумная. Нет, ну я думал, она с глушаком. У него же она вроде с глушаком была. Я не знаю, моя с глушаком, посмотри. Твоя-то да. Так, блин, я еще больше нашумел. К озеру не подходи, это озеро одна сплошная аномалия, она я понял. Засасывает. Особенно вот в этом месте. Так, блин, опасное двигатое место. Тихонечко. Короче, ну, блин, с одной стороны, не нам судить, но зрители, я думаю, сами все видели и могут судить, кто в кого начал стрелять первым. Да. Что вообще происходило. Я просто серьезно, мне на секунду уже показалось, что он в тебя слишком много пуль высадил, что ты уже умираешь, потому что сидел просто там, в тебя летели пули, я в него сколько высадил успел. Я просто прицелен был в то место, поэтому выжил, а так-то, по идее, он мне 2000 оставил, кости поломал, да, ну, все стандартно, короче. Ну, сейчас у тебя полное здоровье и, как бы, ни переломов, ничего не дав, все нормально. Да, ну, ПНВ зато есть, ладно. Хорошо. Так, да, у тебя нет ПНВ, теперь мы можем начать вдвоем перемикаться. Нам нужно к Хельму. Блин, сейчас дайте собраться с мыслями. Сейчас опять мой топографический кретинизм вступит в свою стандартную форму. Как там GPS-то? Ctrl-M. Ctrl-M. Открывает просто карту. Или правый Ctrl-M? Да, правый. Правый Ctrl-M. Отлично. Так, 115 это у нас, блин, сюда, вот так, 115 и 80. Офигеть, как далеко. А вот мы от поляны находимся, так, вот 80, вот 115, отлично. Сейчас нам нужно на север, тупо-тупо на север идти. А мы мимо Березина, наверное, надеюсь, будем проходить. Ну, примерно в ту сторону, но вообще нам сейчас, короче, как-то вот так нужно пересечь. Видишь, дорога уходит в гору, там между лесочками. Вот в ту сторону. И вон там еще домик какие-то. Короче, туда нужно как-то двигаться. Ага. Блин, так, как он нас нашел-то, елки-палки? Я не знаю, на самом деле. Игрок бежит! Слева! Расстояние. Короче, на 340 на компасе. Лежит. Лежит? Вот сидит уже. Я убил его, походу. Я стреляю по нему. Ты стреляешь по нему? Бандит скидлит один, все нормально. Он мертв. Спектрс был. Блин, что за серия сегодня, елки-палки? Капец, зомби бегут к нам. Доставай без шума, у тебя бесшумка. Да, это, видимо, они на твой этот пришли. Я не стрелял. Я вообще не стрелял. А, ну значит на его. У него, похоже, кальтуха, потому что выстрелы были такие. Блин, да ёлки палки. Что происходит? У него тоже бэкфэк. Это Спектрс, это же, блин, это Ярослав говорил, что они с ним именно добывали. А, СВД КМФЛ. Мне кажется, я знаю, что ты сейчас возьмешь. Два магазина жирного мяса. Прикрывай меня, потому что я сейчас и... Дальнометр еще какой-то есть. Там кто бежит? Кто бежит? Это зомби. Нет, там зомби. Снимаю. Отлично. С ума сойти. Так. Я не знаю, стоит ли мне брать СВД, нет? Я вот тоже не знаю. О, ПБС может мне у него взять. Так, я отойду, короче, я не буду ее брать. В принципе, меня все устраивает. Давай.
Лучше два штурмовых, потому что один штурмовик — это хуже, чем два штурмовика. Да, короче, да, это из компании Ярослава. У нас, похоже, какой-то разлад произошел, что ли, я так понимаю. Ладно. Так, вот такая вот игра из этого. Шон, да? Блин. Так, ПНВ у него есть. Может, ПНВ в этот, в рюкзак кому-нибудь закинем? Давай, обязательно бери, обязательно. Давай, бери. Блин, ну я отсюда прикрываю хреново, ты на пригорке, а я под пригорком. Я ту сторону плохо просматриваю. Давай быстрее отсюда ходить. Так, укол адреналина, магазин ПМ, морфий, жареное мясо. Два граната красная, блюдотворяющая. Так, все, уходим. А ты рюкзак у него осмотрел? Нет, я у него ничего не осматривал. Я посмотрел просто, что СВД лежит. У него М4, А3 ССО. ССО? Так, это вот о, это я беру. И эти. Станаги дозвуковые есть. Спаси местность. Простые станаги. Так, я тебе один станаг дозвуковой и один станаг просто дал. Спаси местность. Так. Оставил мой рюкзак. GPS еще один. GPS я забираю. А, GPS я так не смогу, мне нужно будет. Да, я в рюкзак себе ПНВ и GPS закинул. А нет, GPS я так себе взял. Так, давай уходить. Сейчас, блин, у меня тут выкинуть-то нечего. У меня 3 пакета крови, жареное мясо, вот его придется сбросить. Ну смотри. Я бы лучше вон вместо банок с едой реально жареное мясо взял. Подожди, у меня СВД лежит? Да, я ж тебе говорю, СВД у меня. Нет, у меня. У меня еще одна СВД лежит, камуфлированная. Где ты ее? Ну, видимо, они там где-то ее и нашли. Так, ладно, нафиг ее тогда. А где у него винтовка-то ССД? А, в рюкзаке лежит. М4, А3, ССО. Блин, не вижу. Нет у него нифига в рюкзаке. Это, видимо... Блин, да ёлки-палки. Нету? Я не вижу. Блин, я не знаю. Станок просто... Станок до звукового у него возьми из рюкзака. Так. Я еще вот скачки взял. Станок до звукового у него там еще есть. Рожок оставил. Подожди, у меня такая же винтовка. Почему у меня глушителя нет? Не знаю. Оно там есть? Так, все, уходим. Ладно, хрен с этим. Возможно, его просто снимать отдельной кнопкой, ладно. Так, так ладно. Давай по старой доброй традиции, дерево к дереву, друг за другом. Ну, сегодня это особо оправдано. Сегодня в лес явно стрелять не стоит. Так, давай мы сначала перебегаем в тот лесок, он ближе, который справа от нас. Ага. Так, и оттуда уже... Давай, беги. Подожди, почему? Я чей куплю? А почему мы камуфляж у Ярослава не взяли? Ладно, там уже не того было просто. Мы его найдем. Я взял обыкновенную одежду с Спектрса. Чтобы себе, если что, сменить. Блин, кто-нибудь объясните нам в комментариях, пожалуйста, что это было. Ну, это было круто. О, блин, капец. Ну, главное, мы, в принципе, оказались боеспособными. Да, давно уже всем пора понять, что вот эти вот все понты, типа, мы вас встретим, убьем. Встретите, умрете, ребята, встретите, умрете. Если, конечно, не будет преимущества в том, что вы нас раньше заметите. Ну, я, блин, совершенно случайно зачем-то, не знаю, что мне в голову сбрело, просто повернуться налево. Я смотрю, там кто-то идет. Это было странно. Так. Я весь какой-то разбитый. Так, ну, в принципе, отсюда уже, я думаю, сейчас по прямой вот эти вот 300 метров пробежать. Давай. Дерево к дереву. Да уже можно по лесочкам ходить, и там уже хрен нас кто найдет. А, в принципе, тут опушка неплохая. Вроде тихо. Вроде все, что Спектрс опять был убит. Ну, это вот он уже респавнился, похоже, да, от места к месту. Не надо пытаться нас убивать. Не нужно этого. Так, все. Тут мы уже в сравнительной безопасности. Все, ушли, блин. Ушли. Блин. Это было... Не факт, что их было двое только. Что-то Ярослав у нас на темную сторону перешел. Ну, короче говоря, сейчас нас уже будет гораздо сложнее заметить. Не говори гоп, конечно, пока. Да. А самое странное, что мне прибавили одно убийство и одно убийство бандита. Ну, за одного человека.
же убийство, нет, по-моему, нет. Просто за. Ты, у тебя посчитали, ты же у нас, оказывается, убил Ярослава, у меня же убийств вообще нет. А, понятно. Короче, ты у нас обоих убил. Справа у нас домик. Давай просто прибежим потише как-нибудь, чтобы его не замечать. Давай. Вернее, чтобы нас там никто не заметил. Фу. Вот этот завод, где ломались судьбы. Да. Где было полно акшона. Ладно. Не ходите, идите на завод гулять. Да, так, блин. Я не пойму, куда у меня глушак делся. ССО это, по-моему, ССД это, по-моему. У тебя как винтовка называется? Сейчас скажу. У меня винтовка называется ССО ПБС. Ну вот, ПБС, понятно. То есть с прибором бешеной стрельбы. Ты понимаешь, да? Ладно, у меня глушак есть на М9 теперь, так что ничего, справимся. Вообще, конечно, нам теперь предпочтительнее ночью ходить. Ну ты взял дозвуковой патрон? Прошу, я не снимать. Знаю пока, я, у меня главная задача была уйти оттуда. Так, давай пока смотри, я тебе У тебя по крови что? А, по крови 10-800. У меня до звуковых один, да. Так. Да тут в рюкзаке. Так, у меня простой, до звуковой. А, в рюкзаке сколько? В рюкзаке 5 до звуковых, один простой. Звуковые они все равно гораздо, вернее, сильно шарашат, но при этом просто... Недалеко не слыхать. Там просто, когда скорость звука превышаешь, сам по себе хлопок охренеть такой громкий. А тут просто чисто от взрывов пороховых газов. Вот я ботан. Да не, лучше быть умным и знать больше, чем знать меньше. Ну да. Только мы все равно в оружии нифига не шарим. Да. Как нам народ пишет. Так. Ну ладно. Ну мы и не претендуем, в принципе. Да. Так, сколько нам до Хельма нужно идти? До Хельма очень далеко идти. Так, мы даже эту серию, наверное, не успеем. А, левой клавишей и кликнуть на Хельм. Метку, что ли, поставить? А, 3200 метров. Ну, это, в принципе, не так уж и далеко. Ну да. На квадроцикле было бы быстрее. Иди на мотоцикле. Стопудово. А, нет, вообще, в принципе, да, довольно-таки близко. Блин. Вот этот завод, вот отсюда мы пошли. И да, скоро мы уже через Березино будем проходить. Да, но я думаю, что заходить не будем, просто с края города обойдем, если увидим, что интересно, зайдем. В такие крупные населенные пункты, я думаю, лучше по ночи будем заходить. Да, так пока у нас цели другие. Сейчас мы идем разведать очередной миф, есть ли у нас... Квадроциклы. Да нам одного бы хватило, в принципе, он двухместный. Да. Мотоцикл, по-моему, здесь тоже двухместный. Велосипед бы. Велик, ну. Или это. Трактор. Как там говорят? Поросенок Петр сваливает на тракторе сраной рашки. Да-да-да-да-да. Я помню эту наркоманскую книжку. Да-да-да. Поросенок Петр. Это ж как Петр. А между тем мы уже 400 метров пробежали. Ну, я говорю, блин, мне что-то показалось, когда я в первый раз смотрел, что оно где-то, мы что-то не в середине карты. Но ну, ладно, дорога идет. Пока. Ну, мы на опушку. Что у нас вообще сейчас с лагами-то? Вроде хорошо все? У меня вообще все отлично. А после установки HD текстур даже как-то, ну, либо это в сервере дело. Мне много людей писало, что там проблемы с производительностью и в основном из-за серверов идут. А на каком-то хорошо частота кадров идет, на каком-то бывает скачет. Помнишь, как мы играли тогда? Ну да. На город наводишь и все, бакфест. Было такое дело. Ну это арма, чего уж поделаешь. Это арма, сынок. Этот, ты же British Air Force купил, да? Да. Ты не видел вот эти вот кама? Вот, блин, у меня не было возможности в нем побегать. Я его купил уже после того, как погиб, и больше не находил кама. Вот, хочу посмотреть. Вообще, блин, любопытные люди эти все-таки. Мододелы. Вот понятно, что он в Вагеме работает и таким образом заставляет просто покупать ради текстур пака одного дополнения. Благо, они стоят там по 100-200 рублей. Мне кинули туториаль на видео, как, ну, типа, в Стиме купить можно поставить текстуры. И есть другой способ, более, так сказать, шаманский.
Ну, там с бубном это... Сколько шагов, блин, извините, но я лучше 400 рублей заплачу и установлю 2 HD вот этих вот пака дополнения. Тем более, что сам по себе редактор, я его постоянно для себя с новой стороны открываю. Да. Там не просто можно, вот как я обычно балую, там поставить, допустим, армию США, там против нее самому залечься с ВД и отстреливать. А натурально можно кат-сцены делать, причем очень легко, вейпоинты проставлять, базы там самому в поле возвлечь, там вот этот казармы, там блокпосты. Да. Заставить солдат там передвигаться по маршруту. Короче, дофига возможностей, блин, я там постоянно ложусь, это круто. СВД сейчас, по идее, я вот подумал, ну нафига она мне. В принципе, у нас вот эта вот кратность, которую она дает, сколько тут тройной, то есть при нажатии, при зажатии правой кнопкой мыши, для наших целей, мы же все равно в основном на опушке-то не лежим больно. Да. А если, допустим, на старом соборе, вот как ты лежал, прикрывал тогда, да. Этого, вот, понятно. Этого увеличения вполне хватит просто, чтобы хедшоты ставить. А на дальние расстояния, это чисто если в электро залечь где-нибудь там и нубов отстреливать. Так что смысл во всем этом. По-моему, мы маленькие левеюшки. Так, короче говоря, мы сейчас находимся в 117.67, у тебя GPS-а нет, да? Есть, есть. А, да, точно. Так, 2200 метров ровно. Подожди, у тебя же метка поставлена? Да. Давай ты вперед иди. Окей. У тебя что, крови не полная, что ли? У меня появилась надпись «Сделал человек переливание крови». 10825. Может, тебе мясо кусок дать? У меня есть, я могу, в принципе, съесть его. 11600. Отлично, хватит, я думаю. У тебя бинокль есть? Да. Короче, отлично, у нас все есть пока что. Сейчас глаза не потерять. Все. В принципе, даже потеряешь, если пофигу. Так, ну это, я так понимаю, Березина. Это не Березина, это, по-моему, уже там какие-то причалы за Березина. А нет, это Березина, да. Березина, кстати, постоянно движуха нездоровая. Да, тут в каждом крупном городе такое. Ну, скажем, в Березина движуха намного больше, чем в том же Зеленогорске, просто потому что он к берегу ближе. Да, в основном здесь старом... старом соборе движуха вообще нездоровая. Там, если кто кого увидит, то обязательно выстрелит. Сколько раз я там пытался подружиться с людьми, дружба не выходила. Здесь так не получается, по-моему. Не знаю, у меня как-то желание дружить уже пропало совершенно с незнакомыми людьми. Да, чего же говорить об электрозаводе, в котором я был здесь, там 4 часа бегал. И меня убили раз 7, причем я вообще никакой враждебности никому не... Как бы... Ой, ну я не знаю, просто люди хотели меня убить, хотя я был нубом, у меня вообще ничего не было, и смысл был меня убивать, я не знаю. Да. Кто-то это называет отстрелом нубов, и ну ладно, окей. Придет какой-нибудь игрок поопытнее и завалит вас, я надеюсь, вам это не понравится. Короче, блин, что я хотел сказать? Ну, каждый свой прикол в игре находит. И если бы не было бандитов, то было бы не так интересно, по-моему. Да. Они тоже добавляют изюминку. Это как первые несколько часов, ну даже несколько десятков часов ты боишься зомби, потом страх от зомби начинает спадать и появляется страх от людей. Да. Сейчас зомби уже, ну, в принципе, конечно, можно попасть, что он тебя там с пары выстрелов, ой, выстрелов, ударов снесет. Когда нет там как-нибудь еще. Но в основном они уже скорее как укрытие. Если ты скрытно по городу идешь, и вокруг зомби спокойно ходит, ты более-менее так безопасен. Ну, конечно, враг тоже может так же спокойно ходить, если он опытный. Вот. Короче, блин, игра, несмотря на то, что тут, по идее, суть-то вообще элементарная, блин, но... В итоге в такую многогранную вещь вылилась. Для меня вот DayZ вообще пока что лучшее, что в этом году происходило. Несмотря на то, что там Mass Effect, вот, Max Payne 3, все такое вот качественно сделано. На мой взгляд, ничего более интересного в этом году даже близко не было. Да, полностью согласен. А самое главное, там что... говорит?
заметь, насколько изменилась игра. То есть, помнишь, когда мы вначале играли, ну, как бы, ощущения были другие, все было по-другому. Вот вспомни, когда мы последний раз с каким-то игроком, которого вы встретили, пытались там, ну, вот так вот, куе понажимать, чтобы там как-то мимо друг друга пройти. Все, это все изменилось, мир изменился, люди научились на своих ошибках, что здесь доверяешь, получаешь пулю в затылок, если только ты не с другом играешь. Поэтому... Зомби справа аккуратно. Здесь где-то вышка. Вон она. Да, вон она. А, чё, кто пойдет? Не знаю, давай я с ПБС. Давай. Короче, кто-то говорит, да ну это же модификация, вы просто вспомните, Counter-Strike в свое время тоже был модификацией к Half-Life, никому неизвестно. Да. И во что это в итоге вылилось, он сейчас в основном, вот его идеи послужили, без него не было бы вот колды, в Battlefield многое перекочевало вот в последнее. Короче, двинул жанр. И сейчас, вполне возможно, мы опять видим такую небольшую революцию. Тут вообще нифига нет, похоже. Обидно. Вроде спокойно. Блин, спустись, пожалуйста, по лестнице. Как я помню, блин, первый раз в компьютерном клубе щеглом играл Counter-Strike. Да, я первый раз в Counter-Strike тоже в компьютерном клубе играл. Офигеть, это как халфа, только круче там. Да, там террористы. Да, было время, когда это все загоняло. Сейчас я уже не смотреть не могу. Да, я вот, например, ну, это лично мое мнение, я вот не понимаю людей, которые вот до сих пор, допустим, играют. Говорят, что да вы чё, это лучший шутер Эва вообще, блин, ничего сейчас нового, что выходит, вообще неинтересно играть, все, контра. Не знаю, но вот этот вот, у меня есть знакомый, который до сих пор играет в БК, бойцовский клуб. Помнишь такую хрень? Помню. Была популярна лет, наверное, 12 назад. Ничего, народ играет. Я всегда вот так вот считал, главное лишь будет людям нравилось, которые играют, а так пофигу. Нет, ну я вот именно говорю, что как бы нравится, но когда там человек пытается там переубедить всех и весь мир, что эта игра недооценена была, и она до сих пор шикарна. Булатин был убит. Вот это уже как-то. Так, ну а вообще вон туда, куда я смотрю. А именно... тебя бы еще увидеть куст. Человек-куст. Короче, там на 40 градусов. Ты же навелся прямо на хельм, я так понимаю. Да, прямо на хельм. Но нам нужно где-то на 200 метров западнее от хельма. Там как раз такой будет Ксагор. Да, или холм. Я могу на него сейчас поставить. Ну от него да. Ответвление такое идет, да, влево? Да-да-да. Смотри. Так, окей, вот мы на него тогда. Так, хельм, вот, сейчас. Вон там клен, видишь? Да, вон на горе, 1400 метров. Вот там мне Шустрила сказал, есть квадроцикл. Ну я не думаю, что мы сегодня найдем, у нас не так много везения. Мы, по-моему, на сегодня свое везение исчерпали уже. Да. Давай пробегай пока я из-за деревьев посмотрю. Блин, а че, блин, я в столбик уперся. Я думаю, я уже думал, опять лаги какие-то у сервера, смотри, ты на месте бежишь. Давай. А что-то я немножко не туда побежал. Блин, ты до того сливаешься, тебя вообще не вижу. Это же классно. Так, ладно. Блин, не люблю по полю бегать, тем более сейчас. Да, адреналин сейчас явно выше, чем был к началу серии. Я думаю, Ярослав сейчас нас будет искать, поэтому он знает, что мы в сторону Березни двигаемся. Ну да. Поэтому нужно быть осторожным. Так, ну он не знает, что мы двигаемся к хельму, поэтому слишком уж прям так бояться тоже не стоит. Блин, опять это выкнул. Куда ты прыгаешь? Человек вышел к... поле и решил попрыгать. Я, у меня это с этого, с Battlefield еще. Там же кнопка C это в полный рост ставит. Ну. А здесь только две кнопки отвечают за, собственно, положение тела. Блин, ни одного укрытия, елки-палки. Так, ну вот здесь какой-то заборчик. Да. Рядом с ним кусик. По-моему, мы здесь когда-то были. Почему да, мы нет? Здесь были. Я здесь точно был. Блин, извините. В одной из первых серий я тут был. Не совсем тут.
Ну, поблизости. Блин. Меня беспокоят эти открытые местности рядом с берегом. С огромными населенными людьми. Злыми людьми и зомби городом. Угу. Так, давай чуть правее возьмем. А, ты все-таки хочешь с лесочком лесок. Да, блин. Лесок — это хорошо. Ой, какой в игре все-таки хороший звук. Я натурально на сантиметр вот знаю, где ты за мной находишься. Позиционирование, да, просто офигенное. Так, блин, мы куда-то западнее уходим. Да, ну, давай ты вперед иди. У меня сегодня опять топографический кретинизм. Да ладно, не наговори. Нормально. Да ладно. Да я нормально. Ты на месте бежишь, чуть-чуть бежал. Это у нас, блин, лагать начинает опять. Это плохо. Это плохо. Сервер радовал сегодня. Быстрее бы новое обновление сделали, блин, это просто, я говорю, натурально. Вот. Сколько у нас в последней серии, представляете, какие-то проблемы с коннектом были. Я уж не говорю про ночные, где у нас там натурально каждая серия из кусков была слеплена. А это еще учитывая, что у нас бета-патч, из него-то люди пишут, что это просто какая-то жесть. Да. Поэтому... Так, там километр остался. Ну, воды. Где-то вон там, короче. Спереду, не сзаду. Да, так, с него домик какой-то. На лэп вышли. Это не херь? А, нет, какой херь? Херь у нас правее. Это просто отдельный домик. Да. Блин, я вот заселиться бы. Просто представлю вот так вот во время зомби-апокалипсиса. Ты живешь где-нибудь в глуши, отдельно у тебя домик стоит. И вокруг зомби ходят. И ты такой сидишь там с двустволкой и ждешь, блин. Офигенно. В свое время, еще, да, лет 5 назад, рассказ хоррор писал. В свое время писать пробовал. Мне не понравилось. Людям понравилось, мне не понравилось. Потому что, блин, вдохновение очень редко бывает. Так, кстати говоря, вот эти вот это место, вполне возможно, если хорошие игроки знают, что здесь такой спаун, то вполне возможно они тут пасут. Да, может быть такая вероятность. Но учитывая, что здесь мало игроков, я думаю. Здесь не так, чтобы мало спокойнее игроков. Будет. Посмотри, их тут штук 20. Чем-то, по-моему. Ну, просто сообщение о том, что игроки зашли, не пишут. Ну да. А двое из русского клана, к тому же. Кто это? С названием Зло. Зло? Отличный клан, да. Я думаю, с ними лучше за руку не здороваться, а сразу стрелять в лоб. Да? Хорошо думаешь. Вообще на одном русском сервере был, на RU4, что ли, вот недавно, когда играл, когда не знают тебя, и вот просто вот общаешься, как, ну, то есть просто общаешься в чате, там никто ни в кого не стрелял. Вообще, то есть, там такая дружелюбная атмосфера, все друг другу помогали, и все держались вместе, собирались. Прикинь? Вот это тоже круто было. Это, по-моему, вообще шикарно. Потом на Черногорске появился один какой-то нобокемпер, который лежал там на крыше и начал всех отстреливать, но народ его выдавливал, но мне уже время было к 5 утра, поэтому мне уже было неинтересно. Я главное, что лут себе нашел на следующую серию. И, собственно, все, вышел. Ну, короче, ему явно уже там жить недолго оставалось. Его начали в Черногорске кольцо брать. Да, это, по-моему, хорошо. Я слышал, что многие люди вот так на русских серверах кооперируются, как собирают группы, и потом идут на иностранных серверах и уже как бы начинают играть в более сложном, в воинственном режиме. Да. Все-таки нужно держаться вместе в какие-то моменты, особенно в зомби-апокалипсисе. Угу. Человек 6 вот так вот идут. Допустим, на западный аэродром, и пофигу, есть там кто, нет там кто. Все, это уже, считай, аэродром, их находится, если они слаженно играют. Да. Но я видел одно видео, где там человек 7, наверное, вместе шли, и они, короче, все всемиром видели одного зомби, и все по нему стреляли.
есть. Ну, бывают и такие. Это не этот, но неэффективно. Survivors. Первые видео, которые появились по этой игре. Англоязычная серия Survivors называла. Не знаю, я просто в этом, в трейлере посмотрел. Сделали фан-мейд трейлер. А вот буквально сегодня я его посмотрел. Довольно круто. Там вообще трейлеров и официальный трейлер крутой. Ну, короче, вот эти вот ребята, они играли чисто, вот, ну, отыгрыш роли офисный планктон. Они увидят зомби и с визгами от него носились. Я представляю. Типа, это зомби, меня всю жизнь учили варить кофе, да? Да. Короче, блин, было смешно. Ну, понятно, что жили они недолго, и каждая серия там шла минут по 20, наверное. Да, и начинал сначала. Ну, там еще это самое было такое начало, и раньше-то давали вместо ПМа револьвер в руки. Ага. И, кстати, хорошо, что его заменили. Я поначалу жалел, что дали гораздо слабее пушку. Но она тихая, она вообще идеальна просто для зачистки деревень. Да, ПМ здесь просто отличная пушка. Да, многие вот его хотят побыстрее выкинуть, но... По-моему, ПМ именно одна из лучших и даже лучшая, потише, по-моему, чем G17. С G17 мне так до сих пор целиться неудобно, просто у меня вот на него дофига патронов было, поэтому я его не выкидывал. Вообще как-то обычно у него патроны трудно найти. Да. А тут прямо у меня 6 обоим было в рюкзаке. Так, мы почти пришли, 130 метров. Так, давай тогда потише. Там зомби, да, поэтому я остановился. Зомби, видишь? Да. Так. Вот вы вот к этим вот деревьям, да, подойдем сейчас. Блин, надо было маск-халат взять. Шпалюсь. Надо было. Какого я у тебя цвета? У меня я черного. Ну, это не важно, какого ты у меня. Главное, какого черного, цвета я. Черного. У недоброжелателя. Черного. Там вижу забор. Так, вот куда ты смотришь, в ту сторону двигаться, да? А, ну блин, я бы, знаешь, что я бы вот лучше слева вот здесь вот обошел. Давай, пошел, ты пока сиди. Давай. Тихо-тихо, зомби рядом. Давай, да. Он тебя не увидит, я думаю. Если увидит, получит пулю уже бан. Если увидит, то он рванется ко мне и успеет укусить, а потом уже... Они жив, как с места срываются. Да. Сказали, что в следующем патче они переработают анимацию. Да? О, как я этого жду. Именно из-за анимации тут тяжело жить на этих... Давай, подходи ко мне. Тяжело жить на открытых пространствах. Теперь бы мне его как-то обойти. Сейчас у них какая-то дальность, ну... радиуса по замечанию людей какая-то вообще просто сумасшедшая. Да. В одно время вообще можно было чуть ли не на плечи ему садиться и хохотать во все горло. Или круги вокруг него наматывать. Он бы так и ходил дальше. А сейчас поначалу тяжело было, меня один раз даже чуть не убили, по-моему, в этом, в Гвозно. Пока я не понял, что у них после патча обнаружение гораздо стало раз в 10 сильнее. И уже деревню так зачищать не получится. Что у тебя с производительностью-то? Нормально. 22 кадра в секунду пишет. 30, 29. Ну тут временами так бывает, проседает до 20, но в принципе довольно хорошо. Что, нам далеко еще идти? Ну вот уже. Ты куда-то отбежал, да, от меня? Я где-то метрах в 20 от тебя около дерева стою. Блин, да даже без камуфляжа тебя тут заметить. Хорошо. Я не двигаюсь. Ты пройди вот эти вот две елки, за которыми ты стоишь. Вперед? Ага. Алло, ты где? Иду. Ну вот я прям на домик смотрю. На какой домик? На Хельмовск. Блин, мы так сегодня хорошо, слаженно играли и опять потерялись. Короче, по компасу иди на 130 градусов. И я тебя, думаю, увижу.
Так, 130. Блин, у меня так мелко все. На 130 это же назад? Да, да. Ну, я иду, пошел. Видишь меня? А, да, чуть левее возьми, я тут лежу. Ты лежишь? Да, у дерева. О, прям на меня смотришь. Офигеть, ты незаметный. Класс. Ну вот, собственно, судя по карте, вот это вот ответвление и домик. Здесь где-то должен быть. Так, клюв. А, мы находимся сейчас в квадрате 115-46. Так нифига, нам еще, блин, офигеть, сколько идти. Но ты же сказал, ну, к ответвлению как раз. Нет, не к ответвлению. Нам нужно идти раз, два, три, четыре, пять, 45, 6 квадратов 21? Еще на юг. 40. Нам нужно идти в квадрат 115-39. А, в клен, вот нам куда. Я-то просто метку в другое место поставил. Все понятно. Тогда нам еще 600 метров пилить. Ну, недалеко, короче. А ты движешься уже? Да. Я тут смотрелся, мне показалось, что рядом с одним деревом лежит кто-то. Да, вот так оказалось, что ты камень. Поближе там ничего нет. Либо. Сейчас я как-то понять, что это такое было. Ну это камень похож. Или тень. Вообще ничего нет. А там и я. Блин, тут такое место простреливаемо. Но я не думаю, что здесь какой-нибудь кемпер лежит, потому что место все-таки глухое. Это тебе не Черногорск, чтобы тут ждать кого-то. Вряд ли. А, и подойти могут делом, с любой стороны. Мы пишем 46 минут. Ну сейчас дойдем, посмотрим, и в принципе можно прекращать, я думаю, сегодня. Да, я надеюсь, что мы прекратим на восторженных визгах с криками «О да, это то, что мы хотели найти!» Тут будет хаммер стоять военный. Так, ну в принципе вот этот такой пригорок резко вверх пошел. Мне кажется, у меня наверху что-то и есть эдакое. Думаю, да. Камень здесь какой-то. Дерево повалено. Так, блин, что-то больно, какой-то крутой подъем. А вдруг это место такое же, как, скажем, зуб? Ну вот поэтому мы идем по с левой стороны, где потемнее и в лесочке, потому что там справа, смотри, вообще поляна вся полностью освещается. Меня, ну, в принципе, и здесь не заметишь. Только ботинки палят. А так? Так, ну, вроде пока что тихо. Не знаю. Там гора. Надеюсь, мы не закончим эту серию на... О, нет! Наше оружие. Ноу! Надеюсь. У меня, кстати, у тебя на GPS тоже две каких-то треугольных... Треугольничка зеленых показывает. Да. Почему? Не знаю, я вот как-то у меня... Конечно, плюшки это хорошо. Вот эти вот все. Но они как-то не делают Siri, на мой взгляд, интереснее. Ну, то есть, и без них, в принципе, спокойно живется хорошо. Так, аккуратно. Давай-ка ты остановись, я тебя догоню. Ты уже почти поднялся, а то, блин, сейчас грохнем друг друга. Нет, я тебя узнаю с тысячи. А я просто сейчас какое-нибудь движение будет, и я в него убью. Ты-то у нас уже матерый убийца. Два человека на твоих руках. За сегодня только. Да. Это была самозащита. Ну так-то да. Факт. Это тут уже никак не поспоришь. Не припишешь нам хладнокровное убийство. Не, ну это была хладнокровная самозащита. Отличный термин. Просто ночью от этого спать хуже не буду. Да, это все-таки игра, надо немножко разграничивать реальный мир. Так, ну вроде бы более-менее спокойно. Ой, вот это мне уже не нравится. Че там? Ну, открытая полянка такая, и деревьев вообще нет. Так, ну вообще... Ну, придется побегать уж че. Так, ну давай вот тут вот к трем елочкам. Бегу, дождь пошел. Ой, дождик пошел. Это хорошо. Вообще хорошо, да. Так, прилег, давай.
Так, я выхожу? Да. А, что-то тут вообще голяк какой-то. Ну, сейчас я убегу к центру. Как-то я тебя потерял опять. Я в центр поля бегу. Понятно. Здесь ничего. Здесь палатка аккуратно, две палатки. Так, вижу. Я пока отхожу. Как ты в том алтаре, да? Так. Это я. Подожди. Это по мне стреляли, и что это было? У меня что-то зрение темнеть начало. Нет, нет, все нормально. Ты где? Я лежу в траве. Ты лежишь в траве, ладно. Так, а, значит, в траве я тебя должен был. С той стороны, откуда мы пришли, в общем. Ты просто меня видишь? А, нет. А сейчас? А, тоже нет. Но я здесь довольно... Короче говоря, ты палатки видишь? Все, я вижу тебя и вижу палатки. Палатки-то я видел, и поэтому прилег. А сейчас я подхожу к палаткам, сейчас. Да, я к ним аккуратно иду. Я подхожу к палаткам. Надеюсь, что их никто не пасет. А ты следи за мной, а если что, если меня убьют. Ты лежи, пока они все не выйдут, и там уже грохнешь. Если будет тут, то будет вдвоем, я думаю. Да. Чтобы просто... Могут быть люди, вроде тут бы... Тут три палатки. Офигеть. Это пустая? Пусть в одной из них будет хотя бы игрушина, но внедорожник, я не знаю. Это пустая. Твою мать. Столько риска из-за ничего. Так, блин, а где третий? А вот третий. Дай угадаю, что в третий. Ты прав. Именно это в третий есть. Отлично. Давай тогда отойдем в лесок и закончим серию. Так, ты прикрывай меня. Блин, я вообще тебя не вижу, офигеть. Вовсе вижу. Но судя по тому, что здесь эти палатки, народ прекрасно знает об этом месте, и теперь ты понимаешь, где эти да. квадроциклы. Я чуть левее тебя. Квадроциклы в том самом. Ага. Но тем не менее, спасибо за интересное место, тебе шустрила. Ты как всегда могёшь. Не только на кемперов охотиться. Да, умеешь и могёшь. Да. Ты вот тут вот где-то, да? Я за тобой уже. Понятно. Я как ниндзя. Так, да, довольно-таки, надо сказать, опасная серия получилась. Я сегодня два раза ощущал на себе чей-то взгляд. Сначала это показалось реально, а сейчас, возможно, просто с нами не стали связываться, потому что все равно в палатках ни хрена нет. А кто кого победит, еще хрен знает. Так, ты где? Тебя я спускаюсь потерял. Пониже. Еще ниже? Да, вот здесь между деревьями, я думаю, отлично будет хотеться. Все равно везде палево. Следующая серия, я думаю, будет ночная. Я тоже хочу, да. Сейчас мы перейдем на другой сервер, будем снимать ночь. У нас есть ПНВ. А у нас будет какая-нибудь цель, и мы будем к ней двигаться. Короче говоря, вы сами видели все, что происходило в этой серии. Мы комментировать, пожалуй, не будем. Оставим все додумывать вам. Да. В принципе, я теперь точно могу сказать, что я с Ярославом играть не буду, хотя я из игр отношения не выношу, но это было странно. Тем не менее, надеюсь, вам понравилось. С вами были Артур и Джек Шепард. Попрощайся. Счастливо, друзья. Пока-пока-пока.